Спасибо. Итак, многие знают, что у саратской гармошки есть колокольчики, да? Вот их два, мы нажимаем эти кнопочки. Вместе с басами звучат колокольчики. Но если мы потихоньку нажимаем, колокольчики не звучат. Спасибо за внимание. Это я немножко поимпровизировал. Такая композиция в стиле вальса, да? Я вам принес показать еще, привез одну гармонику из своей коллекции. Она совсем маленькая, на саратовскую не похожа, но ее изготовили тоже саратовские мастера. Вот так выглядела самая первая гармошка, которая появилась в России около 200 лет назад. Она играет. Сейчас я вам что-нибудь исполню. Ну, в те времена был такой популярный танец. Назывался он «Камаринская». Вот я вам сейчас изображу. На этой маленькой гармошечке. Спасибо, успеваете пока за мной, да? Так, ну-ка, тест на внимательность. Кнопок всего 6. А нот сколько? 7, да? А где же 7-я? Ну, это я детям так обычно говорю на своих концертах. Дело в том, что у нашей саратской гармоники не только отличительная особенность – это колокольчики, но и уникальный звукоряд. На каждой кнопочке у нас 2 звука. Сюда сянем у нас 1 звук, а нажим уже другой. Ну так, коротенько, да? Вот. Ну, что-нибудь еще там танцевальное. Я смотрю, многие пританцовывают, это замечательно. У нас сегодня замечательный праздник. Ну, давайте поаплодируем саратским мастерам. Понравилась вам гармошка саратская, да? С этой гармошкой я полмира объездил, бывал во многих странах. Но сегодня мы говорим о том, что она самая русская из всех гармошек, поэтому в моем репертуаре сегодня только русские мелодии.
Чижик, чижик, чижачок. Ну и какой праздник без русской плясовой барыни? Давайте немножко попляшем. Спасибо! Впервые на сцене международного фестиваля «Крутушка» Сергей Шалимов, хранитель и преумножатель уникальной нашей народной традиции игры на саратовской гармонии, за что ему большое человеческое спасибо.